Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о причинах развода Ольги Бузовой и Димы Тарасова. Новость о распаде этой пары повергла в шок их фанатов. Ведь брак Оли и Димы выглядел идеальным. Они постоянно признавались друг другу в любви в соцсетях, часто путешествовали вместе и говорили, что никогда не ссорятся. В мае 2015 года они наконец-то обзавелись недвижимостью, приобрели шикарный дом в Подмосковье площадью несколько сотен квадратных метров. И как раз эта покупка стала для них роковой. Подруга Тарасова Анна рассказывает: Дима настоял, чтобы особняк оформили на его маму Ольгу Александровну. Так поступить его заставил горький опыт. Когда он в 2011-м разводился со своей женой Оксаной, по суду пришлось выплатить ей 21 миллион рублей. Дима боялся, что и с Ольгой будет то же самое. Это решение мужа сильно расстроило Бузову, в семье начались ссоры. Бузова говорила, что Дима поступает нечестно, об этом рассказывает Маша, подруга Бузовой. Ольга считала, что в подписании документов на маму нет никакой необходимости, ведь они любят друг друга безумно и никогда не разведутся. Есть еще одна причина для ссор. Оля мечтала о малыше, а Тарасов, который воспитывал 7-летнюю дочь Ангелину, детей не хотел. После разрыва с мужем Бузова взяла тайм-аут. Чтобы избежать неприятных расспросов, девушка не отвечает на звонки. Она ушла с головой в работу. Бузова снимается в 4 проектах для ТНТ, а также в одной из главных ролей в фильме Кирилла Плетнева «Жги». Там Бузова играет телеведущую. Технический сотрудник Илья рассказывает журналистам: на площадке Бузова была без обручального кольца. Может, так положено для роли, а может, она поставила крест на браке. Она часто заплаканная, поэтому гримерам приходится трудиться над ее лицом, чтобы скрыть следы. Смотришь на нее — такая красотка, а вся в слезах. Ее бы взял замуж любой. Несмотря на отсутствие кольца, на развод Ольга пока не подала. Поэтому все ее фанаты надеются, что пара выдержит испытание и будет опять счастлива. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.